Всем привет! Сегодня 1 апреля 2017 года, День дурака. И мы с товарищем решили отправиться в так называемый поход выходного дня, ПВД. Итак, вперед, друзья! Если есть те, кто смотрит это видео и когда-нибудь увидит, всем привет! У нас на пути первая преграда, будем преодолевать тролли-вали. Пойдет. Осторожнее, Андрей! Сапоги нефтяник. Мы преодолели. Вперед! Что, не промокли еще? Мы добрались до сада. Сейчас пройдем вот по этой аллейке до конца и окажемся на берегу речки. А там еще с километр. Ой! И сделаем привал. Вперед! Мы идем с тобой по тропинке лесной. Гордо! Наша песня звенит над лесами летит. Гордо! За нами отряд славных дружных ребят. По тропинке идет, уже песню поет. Уже песню поет. Поешь, а песня звенит. Наша песня звенит. По лесам летит. По лесам летит. Лес удивляется. Звери, птицы нас послушают, набираются. Наша песня звенит. Мы поем о том, позе живем дружно, что веселыми быть и беде не тужить нужно. Вот мы уже дошли до реки. Посмотрим, что здесь за обрывчик. Тишина какая. Это такое черное. Кабан, смотрите, кабан! Вот мы и подошли к пункту назначения нашей экспедиции. Вот сюда мы планируем приехать на 9 мая с семьями. А если все нормально, еще летом с ночевой. Ну что, спускаемся, расположимся. Вот такое шикардяуское место. Прям мне нравится. Гамак можно натянуть. Да? Да здесь не только гамак можно натянуть. О, да. Располагаемся.
тяги маловато. Будет дырочку побольше сделать. Мы приготовили нашу щепочницу, разожгли ее, и теперь будем варить пельмени. Воду мы используем необычную, так как мы уже опытные походники. Мы используем только минеральную воду «Степная прохлада». «Степная прохлада» – чистая, натуральная минеральная вода. Прекрасный котелок, китайский с AliExpress. Он буквально несколько секунд, Андрей не даст соврать, и водичка уже начинает потихоньку закипать. Угу. Водичка у нас почти закипела. Сейчас мы будем забрасывать пельмени. Мы всегда берем их с собой, потому что это легко, практично и очень удобно, очень сытно, так как поход занимает очень много времени, а на такие мелочи у нас не остается времени практически. Поэтому мы берем всегда с собой пельмени, пельмени отличного качества, берем только у макартычана Рафика Хафисовича пельмени его, это самые лучшие пельмени. Пельмени настоящие, сибирские. А купай, дорогой, сам вчера 100 штук скушал. И пельми картычам. Мы лепим не руками, Вася, мы лепим сердцем. Милости прошу нашему шалашу. Чё? Айда, пельмени. Варим чай. Мы чаевары. Сейчас чуть-чуть заварится, можно приступать. А спонсор нашего чаепития? Лесные травы. Лесные травы. Лучшие от природы. Будь здрав, боярин!
за природу. Его можно второму разу использовать. Подварить отвар. Долго будет штырить после него? До завтрашнего дня. Будет казаться, что мы на природе. Хорошо ты как? Ну что? Отлично отдохнули, прекрасно провели время. Отправляемся назад. Отдохнувшие, загоревшие, полные сил и энергии, бодры духом и веселы. Вперед, домой! Земле. Я стою, иду угрюмо, и вокруг все как во сне. На опушке тролли пляшут, водят странный хоровод. Пиво пьют руками, машут, что за сказочный народ. Рыба сыпнул где-то тролль, наливает ее тролль вина. Хватит искать бабу тролль, и теней тролль сидена. На моем тебе тут контроль.